15 января по 15 февраля в Одинцовском городском округе уже в третий раз пройдет экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь». На территории муниципалитета откроется 11 точек для приема новогодних деревьев. Как отметил руководитель округа Андрей Иванов, все желающие смогут сдать живые новогодние елки в специально оборудованные пункты приема. В прошлом году на вторичную переработку жители сдали около 1000 елок.